И снова здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я играю на акустической гитаре каверы классических рок-композиций. Сегодня еще одна фамилия, которой я прежде не касался. Сюзи Кватро. Представители старшего поколения хорошо помнят эту яркую певицу с очень высоким драматичным голосом, ярким голосом, жгучим темпераментом, создававшей запоминающиеся яркие рок-композиции. Сегодня прозвучит кавер песни, которая называется «Can the Can». Она была создана в мае 1973 года. Ее авторы – два Чи, как их называли, Чин и Чепман. Два человека, которые играли огромную роль в американской шоу-индустрии того времени. Само название «Can the Can» достаточно сложно объяснить. Оно означает нечто такое, чего нельзя выполнить. Когда авторов песни спрашивали, как аудитория воспримет такое название, они сказали, ну, ничего страшного. Действительно, ничего страшного. Из этой мелодии получился настоящий хит. Это был второй сингл, записанный певицей Сюзи Кватро, и первый, который принес ей головокружительный успех. Итак, кавер мелодии «Can the Can» Сюзи Кватро. Thank you.